Всем привет! Сегодня будем делать макияж. Я, как всегда, сижу без макияжа. Кстати, у меня тут менялся цвет волос. Результат неудачной покраски самостоятельно, когда я передержала краску. Вместо 20 минут продержала ее 40. Поэтому получился вот такой чернющий цвет. И еще я решила добавить вот такой вот аксессуар, чтобы убрать волосы с лица. Будем сегодня делать макияж Джиджи Хадид. Вот такой вот макияж. Мне очень понравился этот макияж своим таким, главное, интересным таким акцентом. Таким зеленоватым, блестящим на уголок, на внутренний уголок глаза. Это немножко отличается от того, что я делаю себе обычно. Поэтому мне стало очень интересно попробовать воспроизвести такой макияж на себе. Вначале я наношу праймер, потому что у нас на дворе лето, и несмотря на то, что я буду использовать стойкий тональный крем, праймер помогает его еще лучше закрепить и сделать еще более устойчивым к ношению маски, что нынче для нас неизбежное зло, поэтому приходится прибегать к каким-то хитростям. У меня уже на лицо до этого был нанесен такой увлажняющий крем. Я опять использовала тот самый Origins с фактором 30. Такой достаточно жирный увлажняющий крем, чтобы не лучше у меня лег на него стойкий тональный крем, который я буду наносить сверху. Возьму я сегодня Smashbox в таком вот очень светлом оттенке, чтобы получилась такая идеальная кожа. Наношу плотной кисточкой, как всегда. Хорошенько растушуем. Я почему выбрала тональный крем? Потому что вот для того макияжа, который я хочу сегодня воспроизвести, нам нужно лицо хорошо затонированное, но при этом с достаточно таким сияющим финишем. Несмотря на то, что я еще буду пользоваться всевозможными хайлайтерами сверху и бронзерами, я хочу все-таки, чтобы и основа у меня была достаточно сияющая. А этот крем от Smashbox, он прекрасен именно тем, что он одновременно и стойкий, и увлажняющий. И аналогов ему я пока еще не нашла. Я удивляюсь, что этот крем не является более популярным, чем он есть, потому что... Ну, правда, очень классное средство. Хотя, по-моему, Smashbox и Estée Lauder производит одна и та же компания. Поэтому неудивительно, что они решили, что у них не вызвало проблем создать такое идеальное средство. Так, хорошенько маскирую все недостатки на лице, потому что макияж, который мы сегодня воспроизводим, он вообще шел как вечерний, но я так, насколько я понимаю, мероприятие, на которое красили Джиджи, это было мероприятие зимой. Да, учитывая, что сейчас уже месяца три нет никаких мероприятий, поэтому я хочу предложить такой макияж как вариант на лето, на день, ну и, собственно, на вечер. Но на день тоже очень классно. Зимой, наверное, на день я бы такое не делала, но только, может быть, под настроение, под какой-то определенный наряд. Но летом на день это просто отлично. Ну вот, получился у нас красивый ровный тон. Теперь я сделаю праймер. Наконец-то я добила тот насыпь и перехожу сейчас к своему любимому Marc Jacobs. Вот такой Undercover Perfecting Primer. Очень его люблю. Мне он нравится, наверное, больше всех. Я его когда попробовала, у меня отошли на задний план и NARS, и Urban Decay. Он такой классный, что благодаря ему и тени держатся долго, и при этом он как-то немножко увлажняет века, его разглаживает, не сильно засыхает, то есть да, он засыхает, как положено любому праймеру, но он при этом как-то еще увлажняет, умудряется веки, что результат получается очень-очень такой классный
Если веко не очень гладко, имеет какую-то текстуру, вот как у меня, то очень здорово, очень рекомендую этот праймер. Он действительно классный. Сейчас немножко еще добавлю и над веком, потому что у нас тут достаточно активно вверх уходят тени на нашем макияже, поэтому надо хорошенько все проработать праймером, чтобы потом у нас красиво все легло. Все, отлично. Праймер мы нанесли. Чуть-чуть подкорректирую подбородок, а то я вижу, что немножко не... У меня такие проблемные зоны всегда красненько. Нос и подбородок. Вот так теперь получше. Так, теперь я думаю, что надо сразу. Так, и на лбу немножко. Так, ну, пока праймер немножко застынет, я слегка лицо припудрю. Сильно мне его пудрить не хочется, но буквально чуть-чуть, чтобы не убрать блеск с Т-зоны. Совсем чуть-чуть. И сейчас я нанесу жидкий хайлайтер. В этом макияже, который я делаю сегодня, тут не сильный акцент на хайлайтер, поэтому я возьму такой, который побледнее. Вот этот вот от Alginist. Он дает такой классный влажный блеск без чрезмерного эффекта сияния. То есть, вот, допустим, если я использую что-то, если я хочу сделать акцент на хайлайтер, то я буду использовать тогда вот этот вот Cover FX. У него вообще такой вот металлический, стеклянный, яркий блеск. А у этого вот сегодняшнего он слегка такой только... Дает эффект влажной кожи. Мне кажется, что для сегодняшнего макияжа это как раз вот то, что нужно. Я уже говорила, что я очень люблю жидкие продукты именно на лето, потому что мне не нравится вот эта вот пересушенность, которую дают по-любому эти сухие пудровые продукты. И если выбрать что-то с хорошей формулой, вроде как это вот Alginist или Cover FX, то они не жирные, но при этом очень хорошо сияют, очень качественно. Так, и еще хочу я нанести жидкий бронзер. Заодно покажу вот этот вот бронзер от NARS, поскольку на макияже, который я сегодня повторяю, там кожа достаточно такая... Ну, потемнее, чем мой естественный цвет, поэтому я нанесу немножко жидкого. Хотя нет, я уже нанесла пудру, не буду я наносить жидкий бронзер. Не буду. У меня будет достаточно еще возможности все это подкорректировать румянами, сухим бронзером, поэтому... Так, значит, начнем мы с того, что оформим века... складку века. Помимо вот этого вот зеленого металлического акцента, весь остальной макияж выдержан достаточно в таком естественном бронзово-коричневом оттенке. И я сегодня решила использовать вот эту вот зимнюю, достаточно новогоднюю палетку от Too Faced Gingerbread Spice, потому что мне кажется, что здесь есть такой оттенок, который будет просто идеально подходить. И это вот этот вот цвет под названием Gingerbread Latte. Вот этот. По-моему, он просто идеально сюда подойдет. Вот. Он такой в меру теплый, в меру выразительный, но при этом не яркий, не сделает нам чересчур акцента. Обычно, да, я наношу я его сегодня вот такой растушевочной кисточкой MAC 217, потому что нам не нужно четкое какая-то, четкое точное нанесение в складку, а просто нужно оформить вот эту вот область верхнего века. Обычно эту палетку я прячу до зимы. Купила я ее 2 или 3 года назад, когда она впервые только вышла. И обычно я вот ее достаю зимой, под Новый год, когда уже начинаются все эти праздничные макияжи,
тематически новогодние, и люблю ее тогда использовать. Но сейчас я вот думала, перед тем, как записывать это видео с сегодняшним макияжем, я долго думала, какой оттенок я возьму для базы, для оформления, что-то такое естественное, при этом достаточно выразительное. И остановилась я вот почему-то на нем. Конечно, в этом макияже я почитала немножко, там вроде как написано, что визажист использовал только продукты от Maybelline. Там приводится их палетка, какая-то, по-моему, лимонад, и приводятся оттенки. Но что-то, мне кажется, они немножко лукавят. Понятно, что Gigi Hadid – это лицо бренда Maybelline. Наверное, они под это дело специально и рекламируют заодно продукты Maybelline под видом того, что именно ими ей делали макияж. Хотя на самом деле мне кажется, что нет. Там использованы другие оттенки. И я поэтому даже не брала за основу те, которые приводятся в описании ее макияжа. Ну, посмотрим, что получится у меня. Так, значит, нанесла я этот оттенок. И еще прежде чем переходить к ярко-зеленому, я еще нанесу что-нибудь такое нейтральное на все веко. Я возьму Анастасия Салфи, вот этот вот светлый оттенок Fresh. Он даст нам и хорошую базу под более светлые тени и заодно выровняет цвет кожи. Так я легко, совершенно не... Немножко наношу на оставшуюся часть подвижного века. Так, еще, кстати, надо оформить нижнее веко. Его я слегка возьму тонкую кисточку и слегка подведу тем же оттенком Ginger Bread Latte, которым я подводила верхнее веко. Просто чтобы оформить слегка контур. Немножко я уже себе тут намазала. Сейчас будет. Все хорошие тени почему-то сильно осыпаются. Практически без исключения. Так. Теперь вот я думаю, что мне сделать первым. Учитывая, что в том макияже, который я сегодня повторяю, очень выразительные стрелки, то я попробую вначале нанести этот вот зеленый акцентный салатовый такой оттенок, а уже потом нанесу стрелку. Значит, возьму такую вот небольшую кисточку и наберу салатовый оттенок. Здесь, конечно, использован очень такой яркий металлик такой. Я не удивлюсь, если это даже какой-то типа глиттер, но у меня такого ничего нет, поэтому я буду использовать то, что есть у меня. Буду брать Venus XL, вот этот вот оттенок салатовый. Мне кажется, что из того, что есть у меня, он идеально подходит. Я очень люблю воспроизводить какие-то образы, как из как макияжные, так и в сфере нарядов. Люблю воспроизводить именно, используя те продукты, которые у меня уже есть. Я не люблю идти покупать что-то новое, тратить лишние деньги, покупать какие-то продукты, какие-то наряды на один раз. Я люблю максимально выйти из ситуации тем, что у меня уже есть. И наношу еще вот сюда немножко над внутренним уголком, потому что там на том макияже явно оно заходит и выше этот. Конечно, я повторюсь, у меня не такой яркий, не такой интенсивный блеск, как там. Там он прям такой, как фольга. Но у меня просто совершенно другой оттенок, поэтому... Значит, точнее, скажем так, совершенно другие тени, не той текстуры. Поэтому я вот так вот плотно его наслаиваю. Где-то я читала, что там золотой. Но я не вижу там золота. Я вижу там явный такой. Возможно, он смешан с золотом, но зеленый цвет там присутствует точно. Поэтому зелень здесь нам обязательно. Ну вот, пока вот так оставим. Сейчас я сделаю стрелку, а потом посмотрим, может быть, добавим интенсивности.
И во внутренний уголок что-то еще надо будет нанести, потому что там такое прямо активное очень сияние во внутреннем уголке. Ее чуть-чуть сюда вот добавлю. На центр века, потому что у нее в макияже явно зелень это заходит и на центр века. А внутренний уголок надо, конечно, еще чуть-чуть, вот тут, чтобы их соединить. Отлично, я потому и решила повторить макияж, потому что он вполне в моем стиле, такой с ярким акцентом. Так, теперь будет, как это говорят, мертвый. Смертельный номер будем наносить стрелки. Почему смертельный номер? Потому что, во-первых, моя подводка почти уже так что-то подсыхает. И как-то мне уже, конечно, ее надо будет скоро менять на что-то другое. Очень люблю эту подводку от Guerlain, но она достаточно быстро высыхает и загустевает. Поэтому есть такой недостаток, конечно, в этом плане подводки в карандашах, они хранятся и живут намного дольше. И плюс стрелки, которые тут у Джиджи, они достаточно такие толстые и прямые, не такие, как я обычно рисую себе. Но учитывая, что я сегодня повторяю этот макияж, я буду стараться максимально приблизить к оригиналу. Я себе стрелки обычно рисую более тонкие, более изогнутые. У нее же они толстые, такие прямые. Буду пытаться сейчас повторить. А потом сравним с оригиналом и посмотрим, что у нее получилось. Это я тут заглядываю в телефон, смотрю. У нее, да, стрелки такие очень-очень такие толстые и длинные. У меня форма глаз совершенно не такая, и форма век. Конечно, у меня здесь складка на веке, мне намного сложнее рисовать такие стрелки, но ну, вот так вот первая стрелка, мне кажется, вполне близко к оригиналу. Сейчас не надо, чтобы это все хорошенько застыло. А потом, если что, подкорректируем. Ну, результатом я, в принципе, довольна. Повторю, что форма глаз и век у меня совершенно не такая. Поэтому такая стрелка, возможно, и не очень смотрится. Плюс подводка моя, да, уже совершенно сдыхает. Она очень сильно загустела и пользоваться ей трудно. Я просто еще не решила, хочу ли я купить такую же подводку или хочу попробовать что-то другое. Скорее всего, я все-таки попробую что-то другое, потому что тут мне не очень нравится, как быстро она засыхает. Все-таки хочется что-то более долго играющее. Если обычно я стараюсь стрелку вести очень тонко, очень так поближе к контуру, то здесь я делаю очень такие толстые, ну, такие движения, активно, не стесняясь. Ну, по-моему, в макияже в Джиджи всегда самый главный акцент это стрелка. Очень непривычно, конечно, для себя видеть такие толстые стрелки, но зато очень близко к оригиналу. Сразу видно, что у меня они не очень идут к моей форме глаз. Как-то они мне сразу подчеркнули и вот асимметрию на веках, и слегка нависшее веко, но ничего страшного. У нас сегодня есть оригинал, к которому мы стремимся максимально соответствовать. Сейчас я нанесу тушь. А потом я немножко, если надо, уже подкорректирую стрелку, потому что очень важно еще проверить, когда уже нанесена тушь и готовые ресницы. Тушь у меня тоже новая, потому что предыдущая закончилась. Это у меня одна из моих самых любимых тушей Charlotte Tilbury Legendary Lashes.
Очень она мне полюбилась. Не помню, когда я ее попробовала. Почему я решила ее попробовать? Или когда в Nordstrom была акция. 3 туши по цене 2. Вот я там себе купила тушь и очень взяла 2 привычные и 1, которую не пробовала раньше. И очень мне понравилась именно вот эта вот Charlotte Tilbury. Классная тушь такая. Черная, объемная. Все как я люблю. Макияж со стрелками, особенно с такими толстыми стрелками, надо очень хорошо нанести ресницы. Конечно, на выход, и я не удивлюсь, если в оригинале, сейчас я гляну быстренько на оригинал, что в оригинале тоже наверняка там есть накладные ресницы, хотя их не видно практически. Там видны в основном стрелки. Я думаю, и визажист хотел там сделать акцент именно на стрелки. Что интересно. Поэтому как раз я так думаю, в этом макияже можно и не заморачиваться. Не буду я сильно здесь заморачиваться, только слегка обозначу ресницы. Очень мне нравится, кстати, макияж такой. Еще и тем, что нет этих жутких накладных паучьих ресниц. Я заранее извиняюсь перед теми, кто любит накладные ресницы, потому что я их терпеть не могу. Мне кажется, они выглядят, как будто мы взяли к себе глазам, приклеили кусок шерсти какого-то животного. И ой, и они такие неестественные, не натуральные. Как я уже говорила, да, я не за естественность макияжа, но я и против использования чего-то инородного. И я за краски, за фантазию, за творчество, но не за использование каких-то инородных предметов на лице. Так что извиняйте те, кто любит накладные ресницы. Я очень к ним негативно отношусь. Да, трудно рисовать ресницы, когда нанесена уже такая жесткая, толстая стрелка. Но ничего, сейчас я слегка их обозначу. Действительно сильно я не буду с ними возиться, потому что акцент в моем исходном макияже акцент на стрелку. Так, я сейчас возьму вот такую расчесочку. Это у меня от карандаша. Долго себе искала. У меня когда-то была расчесочка для ресниц из старой туши. Была когда-то такая старая тушь буржуа. И там был аппликатор в форме расчесочки. Вот я очень долго пользовалась ею для того, чтобы расчесывать ресницы. Но потом она у меня где-то потерялась. И я наконец-то нашла себе вот этот карандаш от Maybelline. Ну и он сделан в Китае, поэтому для бровей я не буду пользоваться ни за что. Но для ресниц, расчесывания ресниц вполне отличный вариант. Так, ну все, в принципе, так еще немножко надо мне подправить вот здесь. Тушь свежая, поэтому она наносится очень густо и интенсивно. Можно где-то случайно переборщить. Так. Но ресниц достаточно. Сейчас я хочу сделать светлый уголок. И вот я думаю, чем бы мне его сделать, чтобы он так у меня поактивнее засиял. Наверное, возьму из палетки Venus оттенок Radiant. Вот такой вот ярко-белый. Нанесу его на самую-самую внутреннюю уголок глаза, чтобы у нас получилось хорошее сияние там. И еще немножко сейчас сверху добавлю салатового Obscure, чтобы... Потому что это главный акцент, вот этот зеленый, салатовый, сияющий. Это главный акцент сегодняшнего макияжа. И... Причем он активно, тут я практически всегда обхожу вот эту вот часть века, но сегодня ее нужно сделать намного поярче, повыразительнее. Так. Сейчас, я думаю, нуждаются ли в коррекции мои стрелки. В принципе, я думаю, что они не нуждаются в коррекции. Вполне меня устраивает вариант полученный. Сейчас я нанесу консилер. Сегодня, конечно, все напутала с последовательностью в своем макияже. Нанесла пудру зачем-то слишком рано. Потом кремовые продукты. Ну ничего, ладно.
Не думаю, что это сильно навредит. Просто немножко подкорректирую зону под глазами, чтобы все у нас стало таким красивым. Так, вот я оформлю только вот последнюю треть. Тут у Джиджи на фото, мне кажется, тоже сделано именно так. У нее достаточно выразительный кончик брови и достаточно размытый внутренний край, вот эта вот сторона. Не знаю, как ее правильно назвать. Поэтому я хочу, в принципе, по такому же пойти методу, потому что здесь на фото брови такие очень мягкие, никаких там нет таких вот толстенных брежневских бровей, как стало сейчас модно. Так, ну все, с бровями закончили. И теперь я возьму румяна. Идеальный нюдовый оттенок румян в моей коллекции — это вот этот вот MAC Warm Soul. Вот он такой. Прекрасный просто оттенок. В отношении этого макияжа, в отношении румян, у меня даже не было сомнений, что я хочу именно их. Потому что здесь нам нужен оттенок теплый, ни в коем случае не розовый, а именно такой вот уходящий больше в персиковый, в теплый оттенок. И мне кажется, он здесь идеально подходит. И сразу, когда нанесли румяна, видно, как здорово они сочетаются с тенями. Что, мне кажется, достаточно правильно я выбрала оттенок теней. Ну и этими же румянами я хочу чуть-чуть пройти по контурингу. Сильного контуринга я там на фото не вижу. Такой очень естественный. Он, конечно, есть, потому что это макияж для мероприятия, для красной ковровой дорожки, я думаю, для фото. То есть, я думаю, макияжи, в таких макияжах контуринг всегда используется, но очень аккуратно, без каких-либо полос, без каких-то резких линий. Ну, вот так, в принципе, достаточно. То есть, нюдовые румяна, все, что мне здесь надо. Так, сейчас я вот немножко еще хочу подкорректировать стрелку. Буквально чуть-чуть сделать поровнее, потому что не умею я их очень ровно рисовать. А здесь на них самый акцент. Тут я не хочу ее запутывать какими-то тенями сверху, потому что иначе получится уже не тот эффект, который в оригинале. И сейчас я еще немножко поправлю саму кончик. Для этого я беру мицеллярную воду и беру вот такую маленькую, такую острую палочку. И чуть-чуть я хочу сделать такой вот острый край. Сейчас я смотрю еще раз внимательно, чтобы все у меня было ровно. Еще чуть-чуть надо добавить мне вот здесь вот на этом веке. Чуть-чуть ее сделать поровнее, попрямее. Вот теперь нормально. Сейчас я хочу, чтобы это все у меня хорошенько застыло. И осталось мне нарисовать все губы. Губы у нас тут нюдовые. Поэтому я буду брать свой стандартный набор для нюда. Карандаш от Lancome и помаду Estée Lauder Street. Была у меня мысль купить тот Maybelline нюдовую помаду и карандаш, который вроде как, если верить рекламе, использовал визажист в данном макияже. Но не получилось у меня выбраться в магазинах, посмотреть, потестировать, купить. Поэтому я решила использовать то, что у меня есть. Почему-то с помадами просто интересно посмотреть, что там из себя представляет. Потому что Maybelline помада достаточно хорошая. Я одно время их очень любила. И для меня они были не хуже каких-то люксовых помад. Так, теперь я сделаю
контур. Контур, кстати, в нашем исходнике очень такой выразительный, темный. И слегка, мне кажется, немножко увеличен, выходит за границы губ. Поэтому я сделаю так же. Я даже немножко, наверное, перестаралась с увеличением губ. Ну ничего. Мне кажется, они нормально будут смотреться с тем, что я пытаюсь сегодня повторить. Вот такая вот нюдовая помада. Все, губы готовы. Сейчас, конечно, вот если взять исходник, еще, конечно, не хватает немножко металлического блеска на веках. Сейчас я посмотрю, возможно, я что-то еще найду, что добавить. Попробую. Вот просто в палетке Salty есть похожие золотистые всякие оттенки. Немножко подумаю, может, вот эту вот бронзу. Нет, бронза, наверное, это будет сильно темная. Или, возможно, вот этот фейри. Да, попробую я этот фейри. Он такой золотой. Очень хочется, прям просится еще в этот макияж. Такой какой-то вот золотой металлический блеск. И сверху еще добавлю салатовый, чтобы у нас нужный получился. Ну вот, теперь другое дело. Теперь, по крайней мере, у меня больше заметен этот вот акцент яркий на внутреннем уголке глаза. Такой достаточно зеленый, но при этом очень такой металлический. Как я уже сказала, у меня нет подходящего продукта. Но я не стремилась иметь подходящий продукт. Я стремилась максимально повторить то, что свой... исходный вариант, который я использовала для вдохновения, и максимально воспроизвести его с теми продуктами, которые есть уже у меня в косметичке. То есть надеюсь, что получилось интересно, и надеюсь, что результат получился неплохим. Все, на этом мой макияж окончен. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео.